Российские банки начали массово вводить комиссии за обслуживание валютных счетов. Одним из первых по этому пути пошел Тинькофф. Почему так происходит и что делать клиентам? Вкусная точка вместо Макдональдса. Уже неделю российский аналог заменяет известную во всем мире сеть ресторанов быстрого питания. Изменилось ли что-то во вкусе блюд со сменой названия? В Красноярске стартует фестиваль «Театральный синдром». К нам в город свои постановки привезут Московский театр Вахтангова и Новосибирский «Красный факел». Подробнее обо всем расскажем на этой неделе в новостях ТВК. Каждый день с 8 вечера, а также на YouTube и во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ.